Хаюшки, дорогие друзья, меня зовут Ян Райнс, и мы с вами продолжаем играть в игрулю под названием Супер Хот. Супер Хот. Ну и все в таком роде. Короче, продолжаем уничтожать веросяку в виде каких-то стеклянных человечков. Так, ну что, дружище, огребаешь? Пока-пока. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Уху! Полетел! Ха. Так, тихо, молодой человек. Все готово. С этим молодым человеком мы разобрались. Так, тут еще один был. Давай. Так, там у нас прям целая бригада их стоит, насколько я помню. Так, высовываться, я думаю, не стоит, наверное. Так, лови мой дробовик, знакомься с ним, а мы возьмем волыну тем временем. И будем это дело расстреливать с пистолетика. Давай. Так. Готово дело. Хорошо, ты следующий. Давай, дружище, получаем. Замечательно, у нас есть еще одна волна. Я вот все боюсь, как бы сзади не подошли. Они ведь такие, они могут, они умеют. Ой, слушай, там было руку отстрелил. Ну вот, смотри, пожалуйста, первый пример. Ну что ж за люди такие? Что за стеклянные твари? Какого черта? Отдай мне, где дробовик-то? Отдай мне дробаш. Серьезно. Взял сзади, подошел, ну это нечестно. Ну что это такое? Ну, ребятушки, ну чего стреляем по ногам? Не, чтоб раз на раз, как мужчина, выйти пострелять в друг друга, да? Пушкин versus Дантес, давай. Опа. Нет, они там сзади подкрадываются, аккуратненько в нас стреляют, такие крысеныши последние. Да дайте мне пролезть-то. Дай мне волыну, хорошо. Давай. Все, контрольный. Распишитесь, получите. В смысле? Еще разок, смотри, точно летит в цель. Все, получил, расписался. Так, вот здесь ублюдок сейчас выйдет, да? Где волына-то? Тут еще, а, вон уже выходит, смотри. На, все, нечего выходить там. Спрятаться он решил. Ну сколько вы здесь, ребятушки, ну вы чего? На тебе волыну тоже туда, дай мне его, срочно. Так, тихо, 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 вот этот опасный. Тихо. Я ж звук услышал, пролетающий мимо пули. Это было опасно. Это было неприятно. Хотя, судя по удаче, у нас сегодня с тобой проходу. Сколько вас здесь, ребятушки? Ну вы чего? У меня штука патронов не хватит. Серьезно, я тебе серьезно говорю. Так. Хрязь. А, все. Замечательно. Классно. Ну там было не страшно. Там уже валялась внизу винтовочка. Можно было взять и еще там... Положить пару-тройку десятков солдатов? Привет! Hello, world! Давай! Привет! А у меня еще есть лекарство и... На, запить это лекарство, на! Так, тем временем я взял замечательную монтировку и огрел чувака почему-то непонятно. Ну, ладушки. Так, ты тоже хочешь? Давай! Вот это понятно, почему огрел, правда же? Эй, волыну брось! Так, на, еще одну. Давай сюда. Тихо. Так, готово это дело. Следующий, кто следующий? Выходите. По одному только. Что за вода? Что за слякоть? Скандеров, наверное, да? Что-то тут капает. Здравствуйте. Я хочу эпично в колено. Его сначала, его очень долго вела дорога приключений, но потом ему прострелили колено. Давай. А, шустрый! Быстро, резкий, дерзкий, да? А в колено? Но колено, к сожалению, не настолько шустрое, как казалось бы, да? Что, кто? О, сзади, нет, тихо! Это было неожиданно. Так, тихо, 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 куда винтовочку-то? Давай винтовочку! Да винтовочку! Ну что ж ты будешь делать-то? Они еще и сзади подошли, Не, ну здесь выходить что-то явно не вариант, короче. Давай сюда. На, бутылянский, на тебе еще бутылянский, на, еще одну. Давай, монтировку, на, собака. Подходи ко мне, я жду тебя. Давай, 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 ближе, ну. На. Так, а можно его без пистолета, да, как-то сломать? Хорошо. Сломал его полностью. Ха-ха, так. Здесь что? Здесь тоже, я так понимаю, портал, откуда они могут выйти. Вот, блин, реально подстава какая-то. Смотри, они могут выйти вообще со всех сторон. И это прям меня очень не радует.
И оттуда, и оттуда, и оттуда, о май гад! Тихо, 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 ребятушки! Давайте как-то менее агрессивно будем друг к другу относиться. Да что ж, там некуда было бежать, о май гад! Так, ладушки, давай. На! На, распишись, собака, получай! На, давай, следующий, подходи ко мне! Давай, 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 ближе, на! Так, там кто, на! На, еще монтировкой, давай, пистолет! На, все, короче, упал, упал! Оп, в ножку! В ножку же было! Не в стену, а в ножку, элегантно! Вот так вот, вот так вот! Так, ты не пройдешь! И ты не пройдешь! Бегите, глупцы! Голубцы, бегите! Ай, нет патронов! Тихо, у ворот. Кидаем. Так, должно попасть. Винтовка, пистолет, волына, дайте что-нибудь. Да что ж ты будешь делать? Оу, слушай, ну начинается хардкорное задание, мне нравится. Сложность просто уже велика. Жалко, нельзя бутылкой снести башку ему. Было бы приятно на самом деле. Давай, подходи ближе. Так, кидаем это дело, забираем. Получай, собака. Все, на, наслаждайся. О-хо-хо, пополам разрубили, здорово. Привет. Ну попал же, явно было. Так, давай. Так, хорошо, следующий кто? Вот тут еще один выходил, я помню. Давай. Так, у него волына тоже есть, хорошо. В рукопашный бой однозначно бежать не будем. Так, тихо, кидаем. Сейчас патрон пролетает, забираем вот эту волыну. Ха-ха, нет! Брось! Да что ж ты будешь делать, а шустрый гадюныш какой. А где же прятаться-то? Прятаться-то уже негде просто. Реально нет вариантов. О май гад. Так, давай, подходи ко мне. На, ха-ха, дай... Дай что-нибудь! У него же волына! Брось! Брось, слышишь? Давай сюда, все. Молодец, хорош. Хороший песик, good doggy. На, собака. Тихо, 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 ребятушки. На, в плечо. Сзади, прям сзади же подошел. В голову ему, давай. Фу-ху-ху. Это было жестко. Так, еще один. Там выбегает. Давай ему туда. Кидаем. Что ближе-то? Вот это ближе. Так, там еще один идет. Ну попал же. Не попал. Не попал. Попал. Все. Там что? Опусти волыну. Опусти, дружище. Так дела не делаются. Все, я где-то зажался в углу в каком-то. Тихо, 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 молодой человек. Все, прошли замечательно. Все это здорово и классно. Хорошо, что дальше? О, вау, вау, ребятушки. Что за собрание? А почему у тебя ствол? Опусти, у меня же нет ствола. Давай раз на раз, как мужики на кулаках. Что ты там стал-то? Эй, ты в кого стреляешь-то? Ты чего? Перестань. Молодые люди. Ты слышишь? Сам сейчас сдохнешь, псина. Ты охренел, что ли? Эй! Мужчины! Какого чё? Я что, уворачиваться должен? Серьезно, матрица началась. Воу! Воу, 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 воу! Так. Слушай, ну пока идет неплохо, но я хрен знает, сколько мы уже увернулись-то. Ты посмотри на это дело. О май гад! Не, слышишь? Не, ну серьезно, так нечестно. Ребятушки, да это невозможно же пройти. Да пошел ты! Не, ну нормально, я там от пуль, наверное, 20 точно увернулся. О, а там пёс, я вижу пёсика. Хорошо. Чё такое, чё такой дерзкий-то? Я тебе чё сделал, ты чё в стойку-то встал, слышишь? Я тебе сейчас тэквондо пропишу. Сейчас пяткой тебе в нос дам, понял? На, собака. Жалко, с ноги нельзя. Доги, иди сюда. У меня есть доги, пацаны, на вход. Неприятно, наверное, да, получить от доги. Так. Катана, дай мне катану! Катана! Йо-ху! Эй-эй-эй! У меня же была катана, какого черта? Подожди! Так, доги, иди сюда! Опа! Так, следующий! Хорошо, катана!
На, собака, пополам. Следующий. Опа! У-ху! Классно! Здорово, серьезно, как будто мармеладных человечков разрезал. Опа! Реально, если представить, что это не стеклянные человечки, а мармеладные, становится намного интереснее играть. Ха-ха! Хорошо. Так, а у них волыны! Что делать-то? Ладушки, до свидания, катана! До свидания, хрень какая-то! Чего? Давай сюда, иди! А я у тебя отберу волыну, веришь, нет? Ты мне веришь или нет? Нет. Так, тихо-тихо-тихо. Ну нас убил-то другой, поэтому все нормально, пока держимся. Это было немножко опрометчиво, но ничего страшного. Так, давай. На, собака, получай! Подходи! На! По щам, следующий! На, все, не ожидал, ты чё? Ты чё хочешь, расскажи мне! Оу, классно все это дело. Замечательно, мармеладных человечков мы раскидали. Давай. Тихо, тихо. Опа, прямой. И не попал, да? Не попал, шикарно. Теперь вот эту хрень. Слушай, ну неплохо, давай волыну. Тихо, уворот. Сначала вот этого. Теперь вот этого, замечательно, классно. Да в смысле? Ну что за хрень, да, ребятушки, почему все время сзади-то? Что за манера подходить сзади, а? Трусы! На! Иди сюда, следующий! Так, с этим готово. Ты подходишь, ты огребаешь. Ты подходишь, ты огребаешь. Давай катану сюда. Быстренько, давай, выходи. Опа, по прямой. Опа! О, я одной катаной двоих убил, не может быть. Вот это поворот. Дабл килл. Какая-то скульптура необычная. Вам не кажется? Ну ладно. Не нам судить представителей искусства. Современного артхауса и постмодернизма. Давай. Опа. Ха-ха, не ожидал, да? На, в насапиру. Давай. Привет. Так, судя по звуку, я убил одного. Это было здорово. Нет, не попал. Опять мимо. Так, брось винтовку. Винтовку дай мне. А, все нормально. Хорошо, супер ход. Супер хот-дог. Оу, мафия, да? А, хитрожопые какие. Ну, хорошо. Да что ж ты будешь делать-то? Я понял, надо заставить их убить друг друга. Хорошо. Нет. Тяжкий выбор. На, собака, еще. Ага. Значит, один шаг, один удар. Один шаг, один удар. Ствол забрал. Дальше что? Дальше проблема. А там дверь открывается. Наверное, еще люди будут. Я понял. Интересная постанова. Это сейчас что такое произошло? Смотри. Я не знаю, что это произошло, но они все лишились стволов как-то одновременно. Прям здорово, классно. Серьезно. А я лишился своей возможности пройти дальше. Прикольно, прикольно. Мне нравится, хорошая постанова. Так, давай, винтовку. В смысле, да как ты успеваешь? Слушай, ну шустрые, резкие собаки. Так, смотри, опять улетело все это, давай, быстренько. Бляха, не успею потому попасть. Так они вдвоем меня сейчас запинают. Серьезно, нет. Интересно, успею или не успею? Вроде бы успел. Да, я так и думал, все правильно, там еще. Да что там, с дробовика? Нет, ну это уже... Это уже совсем наглота. Ребятушки, нет, так не пойдет. Подожди, так, давай. Да что ж ты будешь делать-то? Так. Вот так вот. Хорошо, успел, схватил. Теперь кому, кто? Вот этому, наверное. Да что ж ты будешь делать, а? Слушай, ну шустрые, шустрые, ребятки, ничего не скажешь. Не-не-не, на месте стоять вообще не вариант. Шаг, двинулся, шаг. Ага, хрен доплавал. Да кому-нибудь уже, давайте. Сейчас на рандоме будем пробовать. Бесполезно эту тактику выискивать. Она все равно не работает.
Так. Шла 80-я попытка. Так, кому? Ай-яй-яй! Все плохо? Нет, все хорошо, я бы даже сказал замечательно! Вот это рандом. Ну, рандом чистый. Повезло, фартануло. Классно. Да я знаю, что я делаю, я хренью страдаю. Чё? Чё? Эй! Эй! У-ху-ху! Какая пугающая атмосфера! I'm so creepy. И чего? Я, конечно, все понимаю, атмосфера, все такое. Да иди ты нахрен, мое сознание в порядке, не надо. В смысле? Не дает мне от дисконнектиться, собака, хорошо. Попробуй еще раз, давай. Хитрожопый ублюдок. Ну окей. Я ж говорю, забанили нас с тобой. Сейчас будет смс-ку требовать. Ну? Не, вроде бы дал. Я уж думал, сейчас смс-очку потребует от нас. Отправить. До свидания, так. Я говорю, до свидания, дружище. Ну давай уже, давай это дело. Ладушки, подтверждаем. Так. Ну хорошо, хорошо, печатаем. Собака не дает нам пропустить чат. Я надеюсь, это был не конец игры еще, да? Мы снова запускаем это дело, а сейчас реально все забанит у нас тут. Все, замечательно, продолжаем. Ладушки. О, мы с тобой ниндзяс. Так, окей. Давай, хаджиме! Фу-фу-фу-ца! Все, готово дело. Классно. Так. Опачки, а я нашел заначечку. Здорово. Давай, иди сюда ко мне, подходите, ну. Кто из вас первый, давай. Сая, ну же. Нас пристрелили, это было неожиданно. Это было внезапно, хорошо, давай еще раз. Фу-ху, Сая. Оба. На. Давай, 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 давай сражаться. Так, забираем катанку, сейчас это дело выкинем в кого-нибудь. Давай. Вот так вот попаду, интересно, или нет? Эй, не попал. Ну, ладушки, есть дробаш, чё бояться, когда есть дробовик, да? Давай, вон того ублюдка. Вот так вот. Следующий. Подходи ко мне, заведующий кричит. Давай. Есть еще патроны, да?
Ну все, здорово. На тебе. Ахаха, была плохая идея. Опа, отстрелили руку. Замечательно. Че, все? Так нет, еще не все. Я чувствую сейчас. А, хитрожопый ублюдок. Засел там, да? Да как так, да, с винтовкой. На, все. Замечательно. Разобрались мы с этим делом. Классно, здорово. Мне нравится, определенно. Классная игруля. Ха-ха. Алло. На, позвоните, это вас, молодой человек, к телефону. Тихо, тихо. Обачки, опусти волыну. Так. Это было предсказуемо, вон там тень видно было. Хорошо. Who's next? Так, а здесь есть что-нибудь? Нет никаких полезных ништяков? Ладушки, будем знать, так. Так. Притаился. Нет, так дело не пойдет. Чё? Чё, сзади? Или спереди? На кого рассчитывать, на кого надеяться? Привет. Ой, а чё вас так много-то? Отошел. Это было мимо, это попало. Отдай мне пистолет, на, получай. Все, разобрались, замечательно. Здорово и круто. Нет, тихо. Привет. Так, сейчас еще оттуда выбежит, да? Смотри, по красному свету видно. Еще и с дробашом, собака. Тихо. А, еще и оттуда, о май гад. Нет патронов. Что делать, винтовка? Давай, с ручничком, надо где-нибудь сныкаться. Нас сейчас убьют, походу. Это все дело плохо, на самом-то деле. Ничего в этом радостного-то нету. Слушай, ну сколько их тут, а? О май гад, только нет, это было опрометчиво, это было очень глупо. Ну, вроде бы, пока мы живы, это самое важное для нас. Так, слушай, ну нормально, разносим в дребезги с первого раза. Что-то нас опять накрыло. Воу-воу-воу, сплющило. Ну, ладушки. Так. Заплатить с собой за визит? Хорошо. Не вопрос. Я готов, ребятушки. Я пришел заплатить. Я знаю путь, да, я знаю дорогу. Без проблем, я вижу, вот по этому кабелю. Ту-ту-ту-ру-ту-ту. Где лучшие тусовки у нас в клубе? Где люди живут хип-хопом у нас в клубе? Это было круто, это было реально очень круто, это было здорово. Чё-то я даже не ожидал такого. Да-да-да, хорошо, да-да-да, я понял, давай. Покажите мне еще раз этого чувака, он мне что-то доставил вообще дико. Слушай, вообще по приколу, классная тема. Кто это тут сидит за компом? Слышишь, ты? А уроки сделаны, нет? Ну-ка встал из-за компа, щенок! Паскуда, быстро вывалил отсюда! Ой! Чё-то накрыло нас, хе-хе! Ну, ладушки. Не, ну с этим чуваком, конечно, было прикольно, однозначно. Сами себе по башке, короче, дали, я так понял. Окей.
Так, и в чем проблема? Дружище! Эй! Какого черта? Воу! Ничего себе! Как у нас все накрылось-то? Ну ладушки, на самом интересном тогда у нас накроется с вами все это дело. Да ладно, шуткую я. Давайте, ребятушки, здесь мы с вами сделаем небольшой перерывчик. И продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится, то не забываем оставлять комментарии под видео, ставить большущие пальцы вверх и, конечно же, подписываться на канал. Всего хорошего, пока-пока!